здравия, друзья. Желаю чудесного дня. Это Дахаб, Египет, утро. И меня зовут Шевченко Александр, а Тимуктор. Полная свобода, Академия счастья. Наполняемся любовью, гармонией. Соединяемся с собой. Мы делаем сессии в Фейсбуке онлайн ежедневно. Присоединяйтесь. И сегодня была интересная ночь. Она такая была без сна. И при том не нужно было специально что-то делать. Просто спать не хотелось и сейчас не хочется. Вот как-то так бывает. Чудесным образом все преобразуется. И разговор с любимой о самом важном, о том, что уже было в течение года. И это прояснение, прояснение, прояснение. Это состояние уверенности, состояние счастья, состояние знания. Это и есть то, что необходимо. Знание – это соединенность с собой в источнике. Поэтому, когда мы делаем сессию, мы соединяемся с собой в состоянии источника. Я благодарю вас, друзья, за то, что вы присоединяетесь к сессиям. И приглашаю вас распространять знания. Это ваша уверенность. Когда вы уверены, вы двигаетесь вперед. Как только появляется сомнение, вы останавливаетесь. Поэтому очень важно это состояние знания. Открываем канал совести, канал связи с собой, с источником. С собой в состоянии вне игры, в состоянии источника. Там, откуда вы творите эту игру, откуда вы ее созидаете, создаете. И когда этот канал открыт, вы можете знать, просто знать, что есть. Будущее, прошлое – это просто создание, просто суждение о том, что это впереди, это сзади или наоборот. По сути, все создано, все создается. И поэтому знайте, просто знайте и двигайтесь к себе, к источнику. Будьте в этом состоянии. Продолжайте быть на протяжении всего вашего существования в игре. Я благодарю вас за то, что вы есть. Приглашаю вас для сессий. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Желаю вам счастья, друзья, гармонии и любви. Благодарю, благодарю, благодарю.